Служба неотложной медицинской помощи переходит на работу в режиме чрезвычайной ситуации. В Латвии растет число случаев респираторных заболеваний, а вместе с этим количество звонков, неотложку и вызовов. После того, как была объявлена эпидемия гриппа, количество звонков у нас выросло до 2100 в день. Есть большой спрос на нехарактерные нам вызовы, которые мы выполняем. Болеют и наши работники, поэтому количество бригад у нас ограничено. Введение режима чрезвычайной ситуации позволяет нам, например, увеличить количество сверхурочных, дислоцировать сотрудников дальше от их места жительства в других регионах. Также режим ЧС позволяет жестче сортировать вызовы и просить плату за вызов в случае, если он не был неотложным, но пациент настоял. В службе неотложной медицинской помощи говорят, что в случае, если ситуация не острая, звонящих будут призывать связаться со своим семейным врачом или самим добраться до места оказания помощи. В противном случае приезд бригады может занять до 4 часов.